Ночь искусств в Одинцовском музее началась с исторической миниатюры «Русские мушкетеры». Участники студии «Хронотоп» в костюмах стрельцов провели небольшой экскурс в историю оружия 17 века. Вооружившись знаниями, посетители проследовали в музей, который впервые принимал участие во всероссийской акции «Ночь искусств». Начать эту новую форму общения с гостями музейщики решили творчески, объединив на одной площадке театр, музыку и новую выставку. Второй этап нашего праздника – это открытие выставки, которую мы посвятили сразу двум таким событиям большим. Это, во-первых, уже, к сожалению, несуществующей фабрики Шихова, это Одинцовского района. И второе, как бы заключающий такой мажорный аккорд – это мы хотим рассказать о нашем Одинцовском оркестре. То есть не хочется говорить на выставке только о том, что было. Хочется говорить о том, что есть и то, что будет. Фабрика музыкальных инструментов, расположенная под Звенигородом, в небольшой деревеньке Шихова, славилась на весь Союз. Гитара «Три аккорда» была неизменной спутницей советских граждан в поездках и турпоходах. Однако история шиховских музыкальных инструментов, которым посвящена выставка, гораздо глубже. На экспозиции в Краеведческом музее можно увидеть дореволюционный экспонат – копию гитары цыганской певицы Татьяны Демьяновой, творчеством которой восхищался поэт Александр Пушкин. Большинство экспонатов предоставил художник-реставратор, мастер музыкальных инструментов Александр Смирнов. Я, конечно, хочу сказать огромное спасибо Алексею Смирнову. Это художник-реставратор музея Глинки. И он также является экспертом Министерства культуры РФ. Уникальный совершенно человек, который, к сожалению, не смог сегодня к нам приехать. Но мы очень рассчитываем, что он нам прочитает лекцию в этом зале. И расскажет более подробно, более интересно, как это делают специалисты. Тематическим продолжением вечера стал концерт классической гитары Александра Южанина. 8 произведений от старинных до современных. Александр – лауреат России и зарубежных конкурсов. Его гитара авторская, выполненная мастером, который учился у шиховских умельцев. В Одинцово побывал и театр трех муз Людмилы Грибовой. Артисты выступили с музыкальным спектаклем «Анна Снегина». Когда мы выступали в Лондоне и там попали в музей, и была «Ночь искусств», музей был открыт до 12 ночи, и англичане ходили туда, смотрели, устраивались различные мероприятия, которые сейчас мы все устраиваем. Но для нас это было в новинку, я думала, ну как жаль, что вот у нас в России такого нет, ну как же это здорово. И вдруг смотрю, что у нас это и так пошло, и в Москве, и в других городах, и в области, поэтому для меня это большая радость. За то, что наша Россия на уровне мировых стандартов. «Ночь искусств» в Краеведческом музее была наполнена событиями, мастер-классами, историческими настольными играми и просто живым общением тех, кто был готов свой вечер посвятить познанию прекрасного – искусству. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».